второй половине марта 2020-го события развивались стремительно. 18 числа глава региона Александр Мор лично обращается к жителям Тюменской области и объявляет введение режима повышенной готовности. С учетом ситуации, которая складывается в мире, считаю необходимым действовать твердо, превентивно и на опережение. Как показала мировая практика, жесткие ограничительные противоэпидемиологические меры дают максимальный результат. 25 марта президент России Владимир Путин объявляет неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. В этот же день Александр Мор в своем обращении объявляет об введении на территории Тюменской области обязательной двухнедельной самоизоляции для жителей старше 65 лет, а также для тех, кто имеет хронические заболевания. А 31 марта оперштаба Тюменской области по противодействию распространению коронавирусной инфекции появляется еще один канал распространения информации – телевизионный. Мы, Тюменское время, также начинаем работать на одну общую цель.